Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас распаковка заказов Фаберлик по 19-му каталогу. Нереально тяжелая коробка, новинки. Итак, поехали. Как люблю я это дело, все вот распаковки Фаберлик всегда приносят радость. Это последний заказ в этом году. Фаберлик, год закрываем. Да, много очень интересного, много нужного, много взяла на подарки. Так, давайте начинать. Что тут у меня в коробке такое тяжелое? Это же забыла. Салатник, господи, девчонки, салатник. Я уже брала такой салатник, была распродажа осенью. По вкусной цене, но он и так, в принципе, недорого стоит. Это салатник большой, фарфор, 22,8 на 7, сделанный в Китае. Так, что? Артикул 910,078. Мне он безумно понравился, он мне постоянно в ходу, просто постоянно. Поэтому и фарш там перемешать, еще что-то такое вот замешать. И салатики, конечно же, делать, и на новогодний стол мне хотелось именно такой. Вот так он выглядит, беленький. В этой серии еще остались и малые салатники. То есть он здесь вот такой вот, как ребристый, внутри гладенький. Фаберлик Home. Эта надпись потом постепенно смывается, но через несколько месяцев где-то, да, она становится бледнее. Объем вот то, что нужно. Вот прям вообще очень классная вместительная чашечка. Поэтому взяла себе вторую. Хочу. Так, дальше. Хочется начать, девчонки, с БАДов новых. Если я их сейчас откопаю, пока не вижу. Пока не вижу. Ну ладно, сейчас докопаемся до них. Заказала две щетки с угольным напылением. Щеток вообще Фаберлик на самом деле осталось мало. Одни силиконовые, от которых у меня была жуткая аллергия в полости рта, как стоматит. И вот такие с угольным напылением. Больше на сайте нет ничего. Я пользуюсь электрической. Эти взяла мужу и дочери. Они классные. У них очень большая головка. Щетинки все разной длины. И вот эти вот силиконовые ворсиночки по бокам тоже очень приятно массируют десна. Артикул сиреневый 910-332 и черный 117-48. Давайте вскрою и покажу вам, как они выглядят. Они прям большие. Мне Ксюха такие любит. Мне безумно нравится ручка. Приятный дизайн. Вот здесь все просиликонено. То есть тут такая, видите, она ребристая. И с задней стороны тоже. То есть держать в руке приятно. Крайне приятно. Здесь никакой подушечки для чистки языка нет. Наконечник здесь такой тоже просиликоненный, вокруг пластика. И вот так выглядит сама головка, да, то есть, видите, щетинки все разной длины, плотно достаточно набиты. По жесткости, я бы сказала, она средней жесткости, больше к жесткой. И вот тут такой тоже силикончик по бокам. Классные щетки, на самом деле, вот эти мне очень нравятся, якобы с угольным напылением. Так, дальше, самое тяжелое, давайте достанем, может, там и БАД найдем. А два порошка абсолютно одинаковых. Это у меня горная свежесть. У меня попросила знакомая, она попробовала наши порошки. Ей безумно понравилось, она попросила заказать. И себе взяла заказ, потому что сейчас праздники, на праздниках все равно заказ, даже если сделаешь, он придет после 9 числа. Поэтому решила все, что необходимо, пусть лучше будет в небольшом запасе. Артикул 323. Люблю горную свежесть и альпийские луга, потому что люблю, когда душка, такая приятная, деликатная, чистого белья. Гипоаллергенный, астматиком, атопиком. Подходит прекрасно, изумительно. Отстирывает все на ура. Аналогов не нашла, поэтому да. Так, дальше по две штучки кондиционера, тоже ей и мне. Это Sensitive, любимый, ей тоже очень понравился. 118,56, приятная такая цветочная зеленая отдушка. Она достаточно деликатная, не сильно выражена, как, допустим, пион, органа и так далее. И самое мягкое белье вот для меня лично именно после Sensitive. Еще он 0+, поэтому да, да, еще раз да. Один из любимейших. Так, еще в парочке у меня было, нет, не в парочке, себе я не беру, а ей очень понравился пятновыводитель, вот такой она повторила покупку, мне он не нравится, у меня он выводит хуже, чем другие. Артикул 327, это рассыпчатый пятновыводитель, здесь мерная ложка внутри банки, имейте в виду, и многие его просто обожают, многие нашли им применение, многие тоже с помощью него и посуду очищают, да, то есть... Кладем в кипяток ложечку или две пятновыводителя, заливаем кипятком, прямо вот только вскипел чайник или кастрюльку, да, на газу, и туда погружаем вещи, и вот так он работает лучше. Но у меня даже так он не справляется на очень сложных пятнах, а другие справляются. О, БАДы, вот как раз мы с вами БАДы откопали. Я взяла новые молекулярные БАДы, они пока доступны только VIP-консультантам, но уже вроде как сейчас к Новому году должны быть всем. Взяла два. Знаете, вообще не хотела, потому что ценник космический. Со скидкой консультанта получается у меня 26%. Один вышел 1600 с чем-то, один 1800 с чем-то. То есть это дорого. Но, опять же, хочу сказать, кто работает и кто выполняет 50 баллов, чтобы получать зарплату там и так далее, балл большой. То есть 26 баллов за банку. Да, а по факту платим 1600-1800. Две банки БАДа взял, у тебя уже 50 баллов. Поэтому вот на это тоже, девчонки, обращайте внимание. Здесь поверх баночки
Этикетка сама серебристая, наклеена этикетка на русском языке. Видно прям, как она наклеена. Я ее обязательно одеру, девчонки, мы с вами почитаем, что там на самом деле. Так, а что понравилось? Почему все-таки решила взять? А, когда они появились, в понедельник делала заказ, почитала составы. И вот эти все БАДы, они какие-то мультикомплексные. То есть не узкого направления, допустим, как наши БАДы, нынешний Фаберлик, да? Здесь собрано очень много. А я взяла для женщин до 40, вот он, наверное, здесь по них, на них ничего по-русски нет. Производство, кстати, США. Не могу понять, что к чему, я не смотрела про них ни вебинары, ни записи никакие, ничего. Кто смотрел, напишите. БАД... так как он правильно называется, мультивитаминный минеральный комплекс для женщин до 40, есть после 40. Девчонки у меня, консультанты в нашем чате спрашивали, где у нас в Фаберлике есть БАДы с хорошим таким содержанием магния. Это как раз таки вот этот БАД, БАД для женщин после 40, БАД для мужчин, тоже их там два. Здесь большое содержание магния. Магний — это вещь на самом деле крутая. Вы можете почитать состав на сайте, ознакомиться, да, кому доступно, кому нет, давайте быстро пробегу. Кальций. Все возможные вообще витамины, не буду даже перечислять. Магний, группа В, какие еще витамины? П, А, то есть, ну, вообще всевозможные. Так, медь, фолиевая кислота, биотин, йод, очень мелко написано, хром. Так, витамин К1, по-моему, да, селен, молибден, витамин еще К, витамин D3 здесь тоже есть. И вся группа В, прям вот вся вообще. Очень богатый состав, очень богатые показания. Здесь асаи, сок плодов шиповника, амлы, порошок, годжи, здесь ягоды, представляете? Так, гранат, клюква, ну, он очень богатый на самом деле у этих БАДов состав. Второй, который взяла, антиоксидантный, решила вот, что именно антиоксидантный комплекс хочу пропить сейчас, перед Новым годом, в новогодние праздники. Здесь уже состав поуже, здесь у нас с вами черника, асаи, антиоксиданты, кварцетин, рутин, витамин С, витамин Е и еще Ксантин. Вот так вот. А еще черный перец. Вот так. Интересно, на самом деле. Черники плодов экстракта, асай, магний, стеарат, но это везде он, как антислеживающий компонент. Вот здесь поуже уже состав. Смотрите, крышки разные. То есть у БАДа витаминного такой, а у этого такой. И тоже здесь наклеечка на русский перевод. Давайте вскрывать. Еще и заслюдирован БАД. Ну, за такие деньги, как бы, да. Open push. Тоже все как бы по... английский, не видно вам приходит. Так, открываем. Осталось еще слюда. Дальше он вот так, женский, запечатан. Вскрываем. Пахнет прибиотиком. Вот такие вот капсулы кишечно-растворимые. Я так подозреваю, может быть, желудочно-растворимые с порошком. Капсулы прозрачные. Порошок такой практически белого цвета с какими-то легкими вкраплениями разноцветными небольшими. Их здесь 60 штук, по-моему, нужно принимать по 2, если я не ошибаюсь. А способы применения на банке нет. А вот нет, взрослым по 2 капсулы один раз в день во время еды, да, по 2. То есть это месячная дозировка. И здесь у нас интересно, очень крышка такая, знаете, как антибиотики запаивают аптечные. И тоже сверху слюда есть, у которой даже нет места, где надорвать. Совсем нет. Как у нас делают на кремушках, есть где надорвать, здесь нету. Сейчас придется ножик искать. Надрезала, открываем. Она, знаете, такая, какая-то вот более дешевая уже, как будто из плотной фольги крышечка на самом деле. И практически сразу сам вот этот вскрылся. Здесь какой-то уже такой, тоже какой-то кисленький аромат, вот знаете, как будто натуральным йогуртом пахнет. Тоже такие капсулы, здесь тоже, по-моему, по 2, да, один раз в день во время еды. Они уже тоже прозрачные. И вот такой тут какой-то сиреневый, пыльно-сиреневый состав. А знаете, что в баночке еще есть? Надо сроки годности почитать. О, какая штука. Это что, типа, как в обувь кладут? Сроки годности. Вообще, на самом деле, штука интересная. На дне нашла. Дата изготовления, судя по всему, 3-22. То есть январь, февраль, март. От марта аж дата производства. А здесь дата производства от декабря 2021 года. Им уже год. Откуда их взял Фаберлик? Девчонки, кто смотрел вот на эту тему вебинара, я пропустила. Им уже год. 2 года срок годности у БАДов. То есть вот новинки пришли. У этого срок годности уже год прошел. У этого срок годности 9 месяцев уже прошел. Ну, он не кончился как бы и хорошо, но просто откуда Фаберлик их взял и начал распродавать? Сахерб, что ли? Откуда это все, девчонки? Надо поискать. Но на серебряной этикеточке Фаберлик написано. Надо будет поддирать обе этикетки. Слушайте, белую на русском и ту отодрать.
Очень интересно вообще, то есть их произвели год назад, а продавать стали только сейчас, или Фаберлик их просто откуда-то взял? Вот этот вопрос, конечно, такой. Так, взяла носки, я вам их уже показывала, распечатывать не буду, но подарок, такие же малиновые носки, разобрали, их мало, которые с рисунком не беру, они колючие, а вот эти очень мягенькие, вообще не колятся, размер 36-38, свекрови набрала очень много, тут на подарочке будет именно ей, соберу прям огромный пакет, пакет тоже заказала. Так, артикул 820-572, почему-то последнюю цифру написали очень мелко, они безумно теплые, у меня у них вообще не мерзнут ноги, ни с одними носками не могу сравнить. Также заказала на подарочки два таких вот полотенчика крестных. Свекрови тоже подарю. Мне не подходит, я бы себе такие взяла, если бы хотя бы голубой цвет. Нет, мне не подходит, я их вешать не буду. Это у меня будет визуальный шум на кухне. Так, артикул 910-420. Это обычные тонюсенькие, девчонки, вафельные полотенца. Они вот сложены в 4 раза. И то вот я смотрю, когда на камеру, они просвечивают. Очень тонюсенькие. Lovely Moments, зайчики. Ну, просто тематически, поэтому, да, вот такие вот две штучки. Тут опять же у меня куча купонов. Заказ, кстати, на 100 баллов, даже на 105. Я набросала в корзину вообще на 360 баллов. Пришлось себя ограничивать. Море вообще этих купонов. Они не активируются. Не путайте купоны, разные Фаберлик бывают. Они не активируются. Вы просто первый каталог, когда начнется, зайдете в личный кабинет и увидите там в акциях консультанта графы, да, где можно будет на что потратить эти купоны. И все. Голову себе не забивайте. У меня в автозаказ через 2 дня придут, ушли мужские трусики, боксеры взяла, мужских трусиков вообще тоже выбор маленький, я ассортимент скудный, стал Фаберлик в некотором плане, в некоторых моментах, на самом деле он огромный, но в некоторых прям очень скудный, взяла на пробу, ни разу не брали, придут, потом на задний ролик тогда сниму, покажу, взяла гиполайт, пропить, гиполайт, вещь классная, мне очень нравится, я периодически пропиваю, очень вкусная цена сейчас на него, артикул 157-31, здесь внутри пакетика, еще пакетики, 20 штук вот такие, с желе. То есть мы один пакетик вскрываем и выпиваем, он очень вкусненький, здесь 5 мл. Способ потребления 1-2 порции в день. Я всегда пью по одной порции, где-то в промежутках между приемом пищи. Здесь мелисса, семена расторопши, календула, имбирь. Для чего? Во-первых, и для иммунитета. Во-вторых, для работы печени поджелудочной. В-третьих, очень многие... Я читала отзывы, у меня такой проблемы нет, но очень многие отмечали аллергические реакции. У кого есть какие-то аллергии, периодические, сезонные и так далее, после пропивания вот этого гиполайт десерт желе, чувствуют себя гораздо лучше. Взяла влажную туалетную бумагу, детскую одну, запас вся позаканчивалась, 304.01. Иногда очень удобно, я вам уже рассказывала. Она смываемая, и это тоже большой плюс. Взяла две кисти, говорила вам в обзоре каталога, что буду брать, потому что у меня какие-то крестюшка растащила, какие-то ксюшка, у меня в итоге мало. И наносить тени, вообще там 1-2, а иногда наносишь несколько оттенков, в запас нужны. Мне очень нравятся кисти предыдущие, но их уже давно вывели из производства, к сожалению. Эти кисти мне нравятся меньше, но они очень мягкие, они средне набиты. Я взяла кисть для растушевки теней 910-134. Каждая в удобном таком пакетике, как бы кто хочет, может в них же и хранить, я выкидываю. Для растушевки теней вот такая вот она. Очень они мягенькие, ими, в принципе, тушевать одно удовольствие. Но в прошлом они, что ли, набиты были получше, волоски поменьше лезли. Здесь тоже практически не лезут, но лезут. Бывает, что лезут. И в прошлых не было такого кисти. Так, и вторая у нас с вами для нанесения теней. Вот такая малышка. Артикул 910-133. Тоже достаточно мягенькая. Такая немножечко приплюснутая. Ну и для нанесения теней ворс нормально. Я вот такими люблю на нижние века тени наносить. Дальше едем по бытовой химии. Взяла в запас тоже, ну не в запас, вернее, уже заканчивается, мое любимое моющее универсальное средство, вот это вот зелененькое с пробиотиком, артикул 307.00, очень нравится. Изумительно справляется на эмалированных поверхностях, на нержавеющей раковине. То есть вот лучше него ничего у меня раковину не очищает. Просто наносишь, губочкой распределила, оставила на 10 минут, пришла, смыла, налет, ну ура. Не могу сказать, что с других поверхностей так же круто, но вот на таких поверхностях просто изумительно. Поэтому люблю, одушки практически никакой нет, руки не повреждает. Для ванны взяла средство для ванны. Я как-то его в последнее время, вы знаете, оценила, полюбила. Оно на ура очищает все. Абсолютно все. Мне нравится. С ним главное не передерживать, потому что оно вместе с грязью очищает и краску. То есть больше 5 минут держите, все, у вас верхний слой краски снимается, ванна становится шершавой. Имейте это в виду обязательно. Хотя, когда я с ним, с этим средством работала на акриловой ванне, в прошлой квартире у нас была акриловая, никаких проблем не было, можно было держать сколько угодно, акрил вообще не повреждало. 302-21 артикул, запах химозный, с ним как раз лучше в перчатках работать, дико сушит руки, оно такое жидкое-жидкое, крышки безопасные у таких средств, выбирать, то есть ребенок не открутит. Это даже взрослый не каждый открутит, нужно прилагать усилия, да? И действительно, ура, все убирает. Вот прям возьмите, попробуйте, оцените. У меня распылитель фаберликовский к этому средству. Я крышечку выкидываю, накручиваю распылитель, и вот таким образом
выхватать на дольше, и распыление как бы гораздо эффективнее. Я повторила новинку прошлого каталога, экспресс-освежитель воздуха, вот этот вот, который праздничный, такой блестящий, он у нас с вами, цветочно-цитрусовый микс, 303,40, тоже положу кому-нибудь на подарочек, у меня такого добра уже дома много. Знаете, такие приятности, люблю мелкие собирать в пакетики. Давайте и пакетики вам покажу, раз уж о них заговорили. Повторила вот таких прекрасных котиков. Артикул 781-202. Прекрасные, изумительные пакеты. Сюда влезает гель для душа, крем для рук, мыло. Все сюда влезает. Вот такой он. Смотрите, что с вами. Ну вот, освежитель не влезет, конечно, но торчать будет. А так, гели для душа маленькие наши, сколько они у нас, 150 миллилитровки. Серия зима, все сюда прекрасно влезает. Два таких взяла. Так, еще один взяла побольше. Вот такой вот тоже очень красивый дизайн, безумно нравится. Сюда точно все влезет, и бытовая химия. 781-204, чтобы вы понимали размер, да, потому что иногда вот смотришь, ML, а что ML? Ну и размер они тоже пишут. Но иногда прям так есть линейка, и ходить замерять средства для ванны. Все отличненько. Сюда таких три влезет. Прекрасный пакетик, очень вместительный, на подарочки супер. Красивый в этом году прям пакет, нравится. И вот такой большой взяла, сюда как раз все свекрови сложу, много-много всего. А мне не очень нравится дизайн, но в таком размере выбора особо не было. 780-933 его артикул, вот такой вот тигровый. Здесь прям совсем много влезет, можно и лежа положить, и так. Прям большой такой хороший пакетик, здоровский. Так, с пакетами все, разобрались. Дальше еще по бытовой химии взяла средства для туалета, тоже все запасы заканчивались, я периодически меняю их, беру разные, они все прекрасно справляются, у меня на ура никаких нареканий к ним нет, и Гринли, и вот этих два, 5 в одном, 7 в одном, это 7 в одном, и оно, вот это именно средство, оно окрашено в такой яркий, голубовато-бирюзовый цвет, и, то есть вы когда заливаете, вы видите там, куда оно попало, куда не попало, в общем, это достаточно удобно. Чистота под контролем, изменение цвета. Вот фишка здесь в чем? Полный контроль за удалением загрязнений. Интересно им пользоваться, попробуйте, если не брали, 302,92 артикул. Так, дальше. На подарки взяла морожку, кому-нибудь положу, потому что безумно люблю эту серию. Это универсально взяла шампунь для всех типов волос, 0,1,90. Может быть, тоже свекрови положу. Классные шампуни, у меня Ксюшки, от них волосы блестят вообще нереально. Мне тоже нравится, но сейчас такое обилие шампуней в использовании, эти новинки никак не добьем, с алоэ и так далее. Так, мужскую серию взяла One Peak, просто Peak, Эверест. Это у нас шампунь-гель для душа, 2 в 1, Passion, что-то типа того. 27,75 артикул, они все мне очень нравятся. У них такая крутая отдушка, они такие густые, вообще потрясающие. Это на подарочки, да, мужчинкам. Так, дальше из новиночек, девчонки, попался под руку мне BioGlow. У нас с вами появился вот такой вот тоник. Это кислотная серия, кислота там какая, витамин С, аскорбиновая. 13,38 артикул, присмотритесь к этой серии, на зиму сейчас подойдет великолепно. Для любой кожи, в принципе. Здесь не ацинамид, здесь аскорбинка. И здесь много вообще вот в этой серии полезностей всяких. Давайте потестируем. Пахнет она тоже обворожительно, насколько я помню. Прям вот таким апельсино-мандариновым настроением. Да, и тоник также. Ой, как вкусненько. Мне очень нравится запах этой серии. Будем с вами в следующих роликах тестировать, подробно разбирать. Заодно и БАДов этикетки отлепляем. Он, кстати, такой, когда распыляется, у него почему-то такая белесая пенка слегка появляется. Одушка классная. Без каких-либо масел, не утяжеляет, никакой липкости нет. Вот такое я люблю. Я уверена, что мне понравится. Но будем тестировать, расскажу. Так, поехали дальше. Еще на подарочки взяла серию «Зима». Вот такую вот баночку большую. Артикул у нас с вами 28,68. И вот такой вот крем защитный для рук. 28,65. Такая вещь всегда пригодится. Я, кстати, тестировала недавно на Крестюшке серию «Зима». Вот этот вот крем в баночке. Или даже для лица я наносила, не помню. Очень сильно выходим на мороз, когда краснеют щечки. Ну и сухость потом появляется, краснота. Вот хорошо помогает перед выходом на улицу, если нанести, помогает хорошо. Не так краснеют, и сухости нет. Поэтому ценно, здорово. Здесь масло ши у нас, линейка хорошая. Я всегда каждую зиму беру, мне нравится. Дальше на подарочки взяла вот такой вот дезик мужской товар. О, муж оценил, поэтому взяли крестному. Так, артикул 36-19. Действительно неплохой запах. На подарочки гель для душа тоже их практически все разобрали. Это лимонный кекс. Артикул 27-38. Вы знаете, кто-то в гости приехал, вот к нам уже приезжали, раз, у меня уже стоит вот такая сумочка маленькая, собранная с небольшими приятностями. Всегда здорово же. И к тебе потом все с подарками приезжают. А наши БАДы.
Нетоник. Ксюшке взяла пропить, сейчас за каникулы начнем, потом будем усиленно пить. Беру ей пару раз в год, курсом баночку пропивает 157,98 артикул. Хороший бат, действительно эффект видно. Там глицинчик есть в составе. И живицу. Живица у нас заканчивалась. Сейчас сезон, все болеют кругом. Мы тьфу, ничего не буду говорить, но мы с ней активно по 3 штуки. Она по 5 я в день пили живицу. Вот весь месяц, вот этот декабрь. И закончилась. Взяла еще 157,28. Это прям мощная поддержка, мощная такая опора для вашего иммунитета. Очень рекомендую. Проверено. На самом деле временем БАД работает. Так, дальше. Мыло для кухни Ля Крем тоже взяла на подарочки. Оно классное, ручки не сушит и пахнет миндалем. Именно вот это. Здесь у нас с вами молочные протеины. 28,73 артикул. Дальше, девчонки, Аромя новиночки взяла. Цена хорошая при покупке двух масел. Сейчас срабатывает акция, они выходят рублей 300 где-то. Так они чуть ли не под 900 у нас с вами. Это секси и money flow. То есть привлечение денежек типа в ваш дом. Давайте потестируем ароматы. Давайте сначала money. Композиция эфирных масел в составе. Состав здесь не по-русски, поэтому я вам не буду. Если хотите, можете на сайте изучить. А, нет, вот есть сбоку, девчонки, ошибаюсь. Бергамот. Ну, бергамот люблю. Сладкий апельсин. Лаванда, америс, ветивер, шалфей, мускусная роза, ладан. Очень интересный состав, богатый. Потому что не мономасла, вы знаете, вот они на любителя. Вот я включаю зеленый чай, вот мне нормально, а мужу не нравится. Это вот такие маленькие флакончики. И у них, кстати, такой дозатор неудобно, мне не нравится, потому что за раз очень много масла выливается. Можно полпузырька за раз вылить, если вот так немножко взгляд отвел, все, труба. Класс. Здесь я больше чувствую апельсин, он прямо на первом месте. И знаете, что еще? Ну, первое место прямо апельсин. Ладан где-то вдалеке, роза вдалеке. Лаванда, я не очень люблю прям настоящее эфирное масло лаванды, здесь я его не чувствую. Где-то, может быть, тоже совсем вдалеке. И вот, да, шалфейчик. Очень вкусное маслице, великолепное. Прям вот под новогоднюю ночь, слушайте, такой букет. Супер, нравится. Вот это с удовольствием бы повторила. Так, и секси у нас с вами. Что у нас в составе секси? Сладкий апельсин тоже, ланг-ланг. Америс тоже. А здесь уже марокканская роза и жасмин. Вот так. Знаете, такое маслице для уютных ночей зимних. Тестирую. Но то мне прям очень понравилось. И это нравится. Вот здесь роза. Причем роза в хорошем ее понимании. Я терпеть не могу розу в парфюмерии. Вообще терпеть не могу. Здесь она безумно красивая. И она на первом месте. Наверное, процентов 60 сразу роза и процентов 40 апельсинчика. Очень вкусное, интересное звучание. Нежное. В то же время очень яркое. Нравится. Тоже очень нравится. Очень приятный аромат. Вот здесь уже есть ластинка, там как-то ее особенно нет, а здесь есть. Так, дальше, девчонки, так как я сейчас не делаю покрытие гель-лаком, не хожу в салон, я набрала себе лак. Красивые какие, я даже не ожидала, что они такие красивые, девочки. Будем делать с вами к Новому году маникюр, обязательно покажу, но в Дзене точно в роликах. Они шиммером, оба оттенка. Я взяла один вот такой темненький, один вот такой светленький. Они очень красивые. И взяла топ и база. В одном флаконе базовый топ покрытия для ногтей 13-29. Это у нас с вами кавер линейка. Вот это вот у меня есть просто топовое покрытие. Вот этого не было, решила взять на Новый год маникюрчик сделать. Вот этот, который насыщенный оттенок. Это у нас с вами линейка Color Care. Так, 77-86. Очень красиво. Можно с такими лаками, кстати, в лампе делать покрытие. Просто делаем базу, делаем обычный лак, потом топ. Я имею в виду гель. Я, может, такой маникюр. Ну, нет, я не буду на Новый год еще такой делать, потому что немножко 1/4 часть ногтя мне еще надо срастить, поврежденная. Хочу все срастить, а потом уже подумаю, буду делать или нет. Так, 77-61, вот этот светленький. Очень удачные оттеночки. Мне прям безумно нравится. Их можно даже как-нибудь миксовать. Красивые, красивучие. Так, ну и все. Вот и все 100 баллов. Трусы мои не приехали. Ну, тут одни БАДы, вот эти 2,50 баллов, представляете? Вот как раз они на упаковочке у нас здесь нарисованы. Какие у вас идеи обязательно по поводу того, откуда они взялись эти БАДы? Очень интересно будет почитать, пишите обязательно. Первый каталог прислали. Он, кстати, какой-то тоненький по сравнению с предыдущими. Вот прям какой-то невесомый. Не знаю, почему мне так показалось. Сейчас у нас с подарком немножко обманули новичков, да, то есть компания не рассчитала, кастрюль на всех не хватило. И только кто в первые два дня и второй то до обеда сделал заказ, те получают кастрюлю, либо блендер на выбор, либо маску светодиодную. А кто на второй день, но уже после обеда, третий, четвертый и так далее, действия каталога, тот получает в подарок набор Гринли, порошок, по-моему, пятновыводитель, если я не ошибаюсь, я не вдавалась в подробности, потому что очень обидно было за девчонку. Мне подружки многие зарегистрировались, чтобы кастрюлю получить. Они не будут теперь делать заказ.
Они не будут. Или будут ждать другой нормальный подарок, или не будут. Потому что акция действительно вкусная, интересная. И замена неравноценная. Кто-то уже писал в чатах центрального региона. Можно было и ковшик предложить, там, и сковородки с остатков, что-то такое. Но блендер тем, кто зарегистрировался в первые 1,5-2 дня, или светодиодная маска, крутые продукты, я бы взяла сама с радостью. Либо набор гринли. Очень много ворчат по этому поводу консультантов. Может быть, Фаберлик нам к Новому году какую-нибудь интересную акцию замутит. Так, а здесь у нас каталог действует с 9 января, и будут БАД и травка, иммунити. Очень классный, кстати, подарок. Омега. Кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться, буду вам помогать. Фаберлик сейчас наше все. Очень многие бренды уже ушли, и в течение года, я думаю, уйдут и рассосутся все остальные. А это компания российская, и как-никак на плаву держится практически с теми же ценами, что и 10 лет назад. Всех люблю, целую, всем пока-пока.